Руки пожали. После гонга не надо. По углам. По 2 минуты. Да, это наиярчайший бой, которого ждет все поповым. Об обоих бойцах, возможно, очень много сразу. Обязательно поговорим, что творилось с этими бойцами между их боями. Между тем, да. Ну а пока мы Эльбек Касымбай занимает центр октагона. Коевым Касымбай провел еще один бой с не менее известным Баваром Ханаковым, показал ярчайшее противостояние. И вот сейчас он встречается в полуфинале. Оба бойца очень первых секунд. Да, у каждого бойца размен. Да, заходит сильный. Один на дистанцию. Уважение еще к тому, что... Каждую неделю, но очень часто берется и действительно побеждает. Успел он провести бой на правде. Силу вот показал Юрчеваров, Ханаковым, а сегодня он показывает себя в полу. Да, вот в первым секундам можно считать как финал. Эмиль постоянно запрыгивает с левой руки. Здесь такая шахматная партия у этих ближних. Заварёк поддерживает бойцов. Эмиль постоянно залетает с левой руки и сразу в клинч. Противостояние. Постоянно двигается на ногах. Ну, стоит отметить, что Касымбай при всем при этом левша, что добавляет соперникам. Эмиль сейчас с корпуса пытался развить атаку. Ты ни одного, ни для одного, ни для втиви такие сочетаются. Показывают красивые бои, что мы видим. Сейчас головами ударились. Ой, хорошо. Право от Эмиля. Чувствует он хорошо. Только при том случае, если он будет чувствовать соперника и бить прямо по цели. Основное преимущество Эмиля – это подвижные ноги. Да. И Касымбай будет навязывать драку. Он начинает нервничать из-за этого. Хорошо Эмиль встретил. Хорошо сейчас попал. Здесь было. О, бэквист. И вот здесь Эмиль. Вот так! Суши! Клинчуй, клинчуй! Суши его! Сейчас через корпус начал Эмиль. Хорошо, апперкотом. Еще попадает двойку. Раздергивает в ногах. Вот она, работа Эмиля Наврузова. Шоу! Шоу показывает. Наблюдаю я в углу Эмиля. Бойца на голых кулаках Александр. Опа, головой бьются опять бойцы. Опасно, очень опасно, открытый угол. Да, действительно, может быть много. Ой, идет по этажам. Когда могут столкнуться головами. Эмиль сейчас очень хорошо. И закончил одну атаку выше, сразу с шебом влетел в своего оппонента. Еще раз показывает Эмиль. Все-таки боксерский арсенал на секунду дает Эмилю возможность реализации. А тут уже Касымбай наносит свои серии. Ой. Что ничего не чувствует. Это были попадания. Хорошо, Касымбай. По корпусу работает Эмиль. Да, удары по корпусу. И еще один оппонент, боец из Казахстана. Залетает правым оверхендом. Левый боковой. А, левый. Пожалуйста. И вот зажал. Держит напряжение. Ой, хорошо, Касымбай попадает. Что мы видим? Это нет, не отсчитывают. Не отсчитывают рефери. Мне хочется поорать. Вот это бой! Что мы видим? Что за бой нам дали? Касымбай просто на характере идет. Не вижу я тот сегмент октагона. Вот сейчас вот вижу, что Касымбай налетает на оппонента. Усталый Эмиль Наврузов. И все. Победу единогласным решением побеждает Эмиль Наврузов.